وقتی در دانشگاه میخوندیم کروژک های هواسکاری بود، اشتراک میکردیم، سرود میخوندیم، رقص میکردیم، تماما بیغم بودیم، یکون فکری دیگر نداشتیم، چون که سیروی پوری بود، نه غمی رحپولیه میخوردیم، نه غمی نونه میخوردیم، نه غمی روزغاره میخوردیم، چی بود نمیدونستیم زندگی چی. بعد که شوهر کردیم و فرزندار شدیم، روزغار در گردن ما افتید، انا بعد میبینید که ایناشا کلون کنم، بایاشا کلون کنم، ایناشا خانونم، بایاشا خانونم، ایناشا صاحب کسب و کار کنم، صاحب خانه و در کنم، صاحب زن و فرزند. همین کتی من حاضر پیر شدیم، علاکه حاضر فکر میگه که چخل یک برده نون یابیم و خانه با بریم، بچه های چخل اکن، حاضر بچه های خانون دیم، صاحب وظیفه کردیم، لیکن کار نیست. دیپلومو دادگی سراشون خورفتین، با خودمو کار میکنیم، بچه هایم با خودمو میخورونیم. Замуж вышла очень рада, рано, не училась, наверное, была причина в том, что после военное время мои родители, у нас так было четверо девочек, очень переживали, чтобы с нами что-то случилось, поэтому отдали рано замуж. Ну рано как, 18 лет, все просто говорили, что девчонка молодая, но я ни капельки не жалею, что рано вышла замуж. Живу прекрасно, конечно, есть это как река бурная, то она бывает бурная, то она бывает тихая, это зависит, естественно, от жены. Когда уже выходит замуж, она должна быть все-таки слушаться, тем более восточная женщина должна слушать мужа, но делать еще иногда по-своему, это, как говорят, муж голова, а жена шея куда повернется, да и шея поворачивает, поэтому хитрость все-таки в жизни нужна, особенно в замужней жизни. Так как поток информации он бесконечен, и молодежь пока не может ориентироваться в среде потока информации. В поток информации входят социальные группы, это я имею в виду одноклассники, Facebook, другие остальные, которые дают фантазию огромную молодым людям. И они как-то не способны пока это все переварить, либо контролировать. Поэтому молодые девушки, выходя замуж, мечтают о другом, а попадают в другую среду. Соответственно, молодые люди то же самое мечтают, либо думают, что семья – это одно, а попадают в совсем другую среду. Среду тяжелую на данный период, экономическую тяжелую, я имею в виду, нехватки средств, семейные проблемы, плохие взаимоотношения по каким-то культурным качествам. Я имею в виду, если люди не знают друг друга ранее и познакомились в день свадьбы, в дальнейшем это возникает, это как бы предполагает дорогу к каким-то либо определенным, либо неопределенным проблемам. Ну, я представляла, что у меня все будет хорошо, и так и получилось. У меня было хорошо, но трудности само по себе были. Но мы справились. Все было. Мы справились. Да. Ну, наверное, так воспитываем своих детей. Да. Хотя они нас не часто прислушиваются. Да. Молодежь совершенно другая. Да. Если мы, раньше думали, мы вообще не, лично я вообще не карьеристка, я даже не думала о карьере. Сейчас лично моя дочь думает о карьере. Думает, все-таки надо все-таки работать, зарабатывать. И как-то оно немножечко по-другому здесь. А я думаю, что это к лучшему. Ценности должны меняться в жизни. Каждый хотя бы. Ну, сейчас вообще все по-другому. Мы замуж выходили в 21 веке, да? В начале 21-го, считай, да? И вот, пожалуйста. Сейчас какие результаты? Я думаю, что молодежь у нас очень хорошая, в любом случае. Она и дети продвинутая. У нас, да, продвинутые. Другие мысли. Они, да, знают они совершенно себе, по-другому. Себе цену. Да. Мы не знали. Они знают. Да. Они молодцы, с одной стороны. Аслан, ман фикр мекардам ки ман дар Тоҷикистон намебошам. Шояд ман фикр карда будам ки мерам аз Тоҷикистон. Ин хоҳишо буд. Аммо ҳамеша дӯстон меган ки ту хоҳиш дошта ки брави аз Тоҷикистон. Аммо барои чи нарафти? با این دوستروه که در دستی من است امروز یعنی گشت و گذار دارم در شهر از این چیز بهتر چیزی نیست؟ وقتی که من طلب استودنت بودم نیاد میکردم که شوی یک ناز دیده شو کنم و بعد فرزندوم کلون کنم بعد جنس شد همین جنس مویا وای کردم آی وای چخی گویم پلانی مویا دیگر کرد اکو ما چیکی شدیم نشدیم شد اکو گذشت موبا اکو میخواهم که بچه های من زندگیش نستر شود